В Себе на Тульской области осветили памятник Матроне Московской. Торжественная служба на родине святой, которую почитают все православные христиане, прошла сегодня утром. Сам монумент – это ротонда из белого камня, которая построена над источником. Работы над созданием почти 5-метрового комплекса начались в 2014-м. Тогда осветили первый закладной камень. Однако для соблюдения всех таинств 3 месяца назад было принято решение о возведении скрытых купелей. Создание памятника, почитаемой святой, велось на частные деньги. В этом святом и благодатном месте люди будут приходить за помощью, искать поддержку, находить силы. И эти силы наша святая будет им давать. 2 года назад в Себине был открыт музей, посвященный Матроне Московской. За последнее время его посетили около 100 тысяч паломников.